Сначала примерить одежду, чтобы сфотографироваться, потом кто-то подумает, а почему бы и нет. На стенде буклеты, в них рассказывается, куда нужно поступить, чтобы стать пожарным. Как говорил Гиляровский, пожарный герой всю жизнь на войне, на кромке переднего края, потому что огонь не выбирает ни времени года, ни времени суток, то есть он может случиться в любое время. И наши пожарные всегда готовы прийти на помощь. Не только увидеть и услышать, но и пощупать руками, а что-то попробовать самим. Елизавета практически уверена, будет врачом и уже подумывает о том, куда пойти учиться. Нравится, очень интересно. Люблю биологию, люблю химию. Нравится вообще профессия врачей. Мероприятие в целом Елизавета считает познавательным. Каждая из учебных заведений, действующих в Анапе, развернула собственную экспозицию. Анапский сельскохозяйственный техникум готовит рабочих строительных специальностей. У индустриального техникума обучающие стенды собственной разработки. В этом году радостно то, что мероприятие такое более расширено, более мы имеем возможность показать свою технику, которую участвуем в обучении. Мы можем себя показать, заявиться в районе, и новые специальности. У нас идет направление как и технических специальностей, так и остальных, которые требуются в нашем районе именно. Одна из задач, которую сегодня ставят на государственном уровне – повышать престиж рабочих профессий. В начале этого года Анапа стала одной из площадок для проведения краевых соревнований среди молодых профессионалов. Первый по счету профи-форум можно считать следующим шагом. Рабочий – это обязательно наличие определенных навыков работы и с техникой. То есть это такой симбиоз труда, интеллекта и, соответственно, высокого качества продукта на выходе. В городе-курорте нужны собственные квалифицированные кадры в гостиничном бизнесе, в общественном питании. Анапский колледж сферы услуг угощал мороженым с копчеными фруктами. Его делают сами учащиеся. С давнего детства нравится эта профессия. Я хотела просто на повара, но увидела здесь больше перспектив для себя. Хорошая постоянная работа. Если на некоторых профессиях нету такой перспективы. Всего в форуме примут участие более 2500 старшеклассников. Во второй день запланированы экскурсии на предприятие, на третий – специальное тестирование.